Всем привет! И сегодня мы с моими друзьями вступили в банду. Привет, мы бандиты теперь уже сейчас. Да, пистолеты есть у нас, наркотические всякие штучки и Родион. Поздоровайся. Всем хай, с вами Чурки. Родион, Гитлер рулит, да? Скажи да. Так точно. Уху! Сегодня мне хотелось бы вам показать рум-тур по нашему особняку. Так как мы банда, и у нас есть особняк. Бежим. Бежим. Погнали, ребята. В особняк. Быстрее, ребята. Быстрее, у нас база есть одна. А с ёбом быстрее. Быстрее, быстрее. Ой, Запикаем, запикаем, нормально. Юрий, стой, съёмка. И у нас тут вот, это наш особняк. У нас есть шлагбаум. Он вот такой он красивый. Крутой. Здесь стоят елочки и моя машина. Пойдемте крутая же внутрь. И у Ого. Нас тут притон. Тут спят все, курят, насилуют беременных женщин. Вот. И дверь зеленая. Она открывается. Да, что же внутри? А! Это склад всякой всячины. Тысяча мелочей. Тут есть территории, вещества, металлы и патроны. Вот. Это наш. Заткни полосу. И дальше у нас есть еще зеленая дверь номер 2. Вот мы можем зайти, нам разрешили. Тут почили телек посмотреть, вон тут пивасик, виночечко. Да, это мы с Родионом пиво каждый день употребляем. И тут стол, вот, на него садиться можно. Сейчас я как истинный бандит, сейчас подождите. Оп. Кому нет 18, лучше, ну этот, ну да. Тут вот можно сидеть и я волнуюсь, извините. Куда он убежал? Он переволновался и упал в обморок. И, короче, кто где мы, чурки? Вот он. Он привет, снова с нами. Всё. Всем привет, радио, и здорово. Всем пока. И да, нафиг. Пум-пум-чум. В следующих сериях. 10.